Мы замечательно провели лето, очень много купались, влоги у меня уже вышли, и внизу в описании я вам их оставлю, смотрите, это действительно было незабываемо, и получились они очень душевными, и сегодня я расскажу, как научить ребенка плавать, потому что вот для нас это был такой сложный процесс, у меня настолько с Кости было легко учить его плавать, потому что он любил воду, вот, понимаете, вот он любил воду, и для него вот и в ванной мы барахтались, и для него это было намного проще. С Димой у меня было намного все сложнее. Поэтому я буду сейчас рассказывать и делиться своими секретами. Мы сейчас плаваем, на нас так смотрят и удивляются, потому что очень многие в этом возрасте не плавают и даже не начинают учить. А чем позже, тем хуже. И все это знают. Самый идеальный вариант – это когда с рождения начинают учить плавать, и когда в ванной плавают, потом у вас есть бассейн, и практически вот ребенок даже и не знает, что его учили плавать, он просто из вот этой вот водной среды, которая внутри мамочки, он переходит сначала в маленькую ванночку, а потом в бассейне специально для младенцев, и сейчас обучает 6 месяцев. Но единственное, осторожно выбирайте бассейн, чтобы была там хорошая гигиена и не было никаких инфекций, и вот отзывов о том, что ребенок чем-то заразился, потому что это единственное противопоказание, единственная беда вот раннего обучения, потому что это общественные бассейны, способ дезинфекции этого бассейна и так далее. Но вот у нас не пошел этот способ. Во-первых, Дима не любил купаться, не любил воду. Насильно заставлять я его не могла. И мое видео для тех, у кого возраст вот, ну, 4-5 лет, кто вот начинает учить постепенно. Всегда я его пыталась очень мягко заводить в воду. У меня прям есть видео, как ребенка затащить в воду хитростью, потому что я прям применяла хитрость для того, чтобы он просто зашел в воду. Вот просто зашел и начал в ней балахтаться, потому что есть дети, которых не вытащишь, а мы вот с трудом заходили. И каждое лето, вот я каждый раз все, значит, интенсивнее. В том году нам было 4,5 года к осени. Мы тоже барахтались, уже полюбили воду. И когда мы заходили в воду, я применяла сначала средства защиты. И с них я начну. Потому что очень многие немножко ими... немножко их используют излишне. Это же спас-жилеты. Значит, первые виды спас-жилетов. У нас был тряпичный спас-жилет. Не экономьте на спас-жилете, если вы хотите, чтобы ребенок научился плавать. Вообще спас-жилет из-за того, что положение тела находится вертикально, он мешает обучению плавать. Особенно надувные. То есть, да, вы создаете безопасность, вы можете спокойнее там наблюдать за своим ребенком, но там, если у вас спас-жилет не спускается, потому что я один раз видела, как далеко заплыли, и прям ребенок сам по себе барахтался достаточно далеко. Ребята, спас-жилеты сдуваются, не оставляйте ребенка дальше, чем на вытянутую руку. Но в таких жилетах вы никогда не научите плавать, вы вот просто будете безопасность чувствовать. То есть, как только ребенок вот преодолел страх, от спас-жилета нужно уходить. И либо использовать, как у нас, тряпичный, в котором есть специальные вот эти вот блоки, и они вытаскиваются. То есть вот чем дольше он находится, тем меньше ему нужна нагрузка, и постепенно убираются вот эти вот вкладки, которые у вас в спас-жилете, для того, чтобы обучение было правильно, и для того, чтобы ребенок был погружен в воду. Это очень важно. Дальше. Но рукавники тоже. Это вот
первый период, когда вы входите в воду, а дальше вот находитесь рядом с ребенком, но если не оставляете его в воде ни одного никогда, и с нарукавниками, и без, особенно с волной, волны вообще кувыркают детей, если особенно сильная волна, а она может прийти неожиданно и вдруг. Так вот, вот нарукавники, они тоже вот на какое-то первое время, а потом старайтесь, чтобы ребенок от этих нарукавников отказывался, чтобы было обучение плаванию. Какие же вот средства помогают? Вот если вы будете куда-то ходить плавать, то обратите внимание, что есть там такие длинные дуги, тоже они из материала такого, который держится на воде, но эта дуга, она вот так вот под мышки. И вот ребенок ее как бы захватывает. Вот эта дуга, она позволяет правильно держать положение тела и барахтаться. Потому что вот самое главное для того, чтобы ребенок начал плавать, это чтобы он так хорошо барахтался, чтобы он накачал вот эти мышцы. Поэтому вот чем дольше вы барахтаетесь в воде, дольше находитесь, и вот ногами вот так вот барахтаетесь, тем быстрее у вас пройдет обучение, потому что закрепятся те мышцы, которые нужны для работы именно в воде. И для такого барахтания используйте все что угодно. Бывают, знаете, вот такие вот дощечки для плавания. Они тоже намного лучше, чем всякие спас-жилеты и нарукавники, потому что они позволяют держаться и как раз укрепить спину и ноги, потому что вот ты барахтаешься и держишься на воде, при этом у тебя должно быть расслабленное тело. Вот расслабленное тело — это то, что вы должны добиться. Ребенок поплывет в двух случаях: когда он первый натренирует мышцы, и второй научит расслаблять тело, то есть он в воде будет расслаблен. Я, кстати говоря, учила мальчика 20-летнего, и вот он обучается точно так же, как 5-летний. Он напрягается, в меня вот так вцепился и не может расслабиться, хотя у него, казалось бы, уже есть достаточно силы, чтобы плыть, но он не может вот снять вот это напряжение. Ну, человек там с Ямала, где вообще в воду не залезешь, когда вот он приехал в теплые наши края, мы все купаемся, а он стоит, и мы его стали учить, давай, и мы так боялись, что он потонет реально, и мы его не спасем, потому что он вот это напряжен. Поэтому, конечно же, случаи бывают разные, избежать то, что вы не будете рядом с водой, невозможно. Лучше обучить ребенка, чтобы у него не было вот этого страха в маленьком возрасте. И ни в коем случае, вот знаете, вот даже вот прям неприемлемо, даже в комментарии мне не оставляйте, что вот мы взяли, там кого-то кинули, и он там выплывет, вот выплывет и выплывет, а не выплывет, потонет. Не надо, вот этих резких действий не нужно. Все можно сделать постепенно. Так, итак, значит, первое, это вот мышцы, укрепление мышц. Значит, использовать правильные средства для плавания, для того, чтобы вот ребенок барахтался, укрепить мышцы. И очень хорошее средство для укрепления именно мышц – это матрас. Почему? Не надувные круги, потому что, ну, сейчас я про них тоже расскажу, матрасы, потому что ребенок на них вот забирается, сныривает, забирается, и когда вот он забирается, вот у него вот это идет подтягивание, и мышцы очень хорошо натягиваются, то есть вот это вот друг у друга отбивать матрасы, там вот это вот плавать на матрасе, не лежать на матрасе, а именно игра, когда взбарахтался, спрыгнул, держишься за матрас, то есть вот такие вот игры, они очень хорошо помогают укрепить мышцы и позволяют вот именно, чтобы ребенок способствовал тому, чтобы плавать. Дальше, круги. Когда вот нам двухлетний ребенок, вот эти вот круги, которые внизу с поддержкой, многие их используют, но они не обучают плавание, и, кстати, они тоже очень опасны, потому что если волной их перекувыркает, то ребенок как в них запутывается. Кто вот был в такой ситуации, когда вытаскивал ребенка из такого круга, меня поймет. И у нас вот был круг, мы его отдали по наследству, и сейчас вернулись на Волгу, и у нас, значит, мальчик пользуется нашим кругом. И она, мама говорит, идеальный круг, потому что он по размеру. То есть круг, на котором
первый этап обучения, это у ребенка должен быть круг, который полностью его облегает, и он из него не выныривает. То есть вот диаметр должен соответствовать диаметру грудной клетки. У нас вот, нам повезло, мы прям, причем он с тачками, значит, такой круг, и у нас был вот этот круг, и мы первое время на нем плавали, и сейчас вот на нем перешли плавать. А второй уже этап, это круг большего размера, для того, чтобы ребенок плыл, а он был как-то вот над ним, знаете, да, то есть он как на него облокачивался, вот как раз вот эти вот дуги, они то же самое делают эффект. И вот когда ты в этом круге именно плывешь, чтобы ноги вот так вот барахтались, то есть это второй этап, это уже, то есть там трехлетки, они должны плотно быть в круге, а там уже четырех-пятилетки, ну и трехлетки, все разные, в зависимости от того, сколько вы находитесь на воде, у них должен быть более свободный круг. Значит, следующий момент я рассказала. Теперь про расслабление. Опять же, вот когда ребенок много барахтается, много на воде, он в ней не напрягается и потом поплывет прям неожиданно и сам. И в том году, для того, чтобы у нас вот этот вот страх преодолеть, мы ходили целый год в бассейн специально к инструктору, который нас обучал, в маленькую группу, и отлично пошло обучение. Как они его проводили, значит, и вы можете то же самое делать. Первое, это ныряние. Во-первых, дети под водой ныряя быстрее плавают и быстрее учатся плавать, чем они вот так вот над водой делают. Почему? Потому что меньше сопротивления воды, и они правильно держат положение тела. Из-за того, что они пытаются над водой плыть, они в напряжении вот так вот, и у них не получается. Под водой они расслаблены. Поэтому игры, которые вы и в бассейне применяете, а если у вас нет такой возможности, то вы просто их организовываете сами, это нырять зачем-нибудь, то есть бросаете игрушку, ныряй, принеси мне игрушку. Когда у ребенка есть цель, он за ней тянется, и сначала близко к игрушку, потом дальше и дальше. Для того, чтобы нырять было удобно, нужно первое, это хорошие очки. Значит, очки не маска, очки. Они позволяют на первом этапе обучения правильно захватывать дыхание. Потому что вот как раз младенцев, когда обучают вот, плаванию, то есть упражнение, когда вы бьете по воде, и брызги вот из-за того, что летят на ребенка, он вот так вот захватывает. Это очень правильное упражнение для тренировки дыхания, ну и для того, чтобы потом вот как раз правильно дышать, когда ты плаваешь. То есть вовремя захватывать вот этот вот инстинкт, вот этот вот выработать, чтобы захватывалось дыхание. Так вот, для того, чтобы ребенок нырнул, некоторые дети наглатываются воды, потому что у них не отработан вот этот механизм. Когда вы плаваете с очками, у вас отрабатывается механизм захвата воздуха. Причем это нужно проговаривать. Так, не дыши, ныряй. Прям проговаривать сначала на берегу, сказать, научить его вот захватывать дыхание, потом захватил, ныряй. Нырнул, и ему когда понравится, он будет расслабленно нырять, и действительно вот хорошо, и идеально, когда вода будет прозрачной. Поэтому очки подберите, вот мы в Декатлоне в этот раз такие хорошие очки взяли. Очки очень важны, не только для того, чтобы вода не попадала, а именно для ныряния. Второе, это маски. Значит, у нас вот в этом году как раз была маска, которая с трубкой в рот и вот с очками. И мы очень хотели попробовать маску, которая вот так вот на лицо. В том году я на нее присматриваюсь, потому что такая новинка, нигде не могла найти отзывов. Вот я сейчас про нее говорю прям отзыв, да, что она действительно подходит и очень хорошо. Реально, вот мы все, кто вот были на острове, она у нас пользовалась популярностью, все ей пользовались. Реально она лучше, чем когда она в рот засунуть. И ребенок в ней расслабляется. То есть мы сейчас вот 90% отлично плавали под водой, ныряя с маской. Вот он нырнет под водой, там плавает. Очень у него так все это получается, такие движения плавные. Рыбок каких-то увидит довольный. И он, когда плывет с маской, он расслаблен именно с этой. Потому что когда вот эта вот трубка, он с ней напряжен, потому что все время какие-то неприятности с ней случаются. Воздух не хватает, то вода попадет, то держишь неправильно, то есть маленькому ребенку это сложно. А вот эта вот округлая маска, она действительно помогает. Там специальный механизм, специальный клапан, чтобы вода не попадала, она действительно очень хорошо продумана.
Вот, вот попробуйте, и стоит, мы брали Декатлон, порядка 2000 она стоит, и я думаю, что сейчас в конце лета будут на нее скидки, действительно, в ней удобно плавать. Возможно, сейчас осенью на нее будут скидки, потому что я делаю видео уже в конце лета. Но делаю именно для того, чтобы вы поняли, если, например, у вас ребенку 4, там, 3 года, и вы не умеете плавать, идите в бассейн. Вот сейчас, чтобы он преодолел страх, найдите хорошего инструктора, чтобы он набарахтался, чтобы... потому что если бы мы не ходили вот зимой в бассейн, у нас... период привыкания летом к воде был бы дольше намного, вот страх преодоления воды был намного дольше, и мы уже и в бассейне начали так потихонечку плавать, а сейчас укрепили этот результат, и за двухнедельный отпуск без бассейна мы бы не научились плавать и не плавали бы. И еще про маску скажу сразу, особенность ее, то, что у нее два размера. Так вот, SM размер подходит нам, взрослым. Вот размер L-ка, которая ML, у нее вот здесь вот такая вот длинная, вот, вот прям, знаете, вот так вот подбородок длинный, и нужно мерить обязательно на себя, потому что это особенность лица, то есть у кого вот это вот вытянутое лицо, а у нас даже взрослым подошла и Кости, и нам именно SM, потому что вот она оптимально прилегает, да, никаких щелочек нет, причем у них было... в Декатлоне двух расцветок, так вот такая вот пятнистая маска, она вот именно взрослые ее носят, а вот эту вот голубую ребенка, хотя и та размера одинаковы, но нам кажется визуально, вот, ну не знаю, по ощущению, что та, ну чуть-чуть побольше, так что она на взрослом лежит, а может быть просто взрослые ее растянули, и мы поэтому ее носим, не знаю, но обратите на это внимание, что нужно мерить в магазине, я мерила в магазине, и хорошо продавец там подсказал, там, чем они отличаются, и что мы поняли, что вот эта вот часть, она прям вот висит и не прилегает. Следующий еще хороший способ обучения плавать, это подбрасывать ребенка, потому что мы вот постоянно, вот все лето у меня уже руки вот отваливаются, но нашему ребенку нравится, да и многим нравится, то есть подкидываешь либо с плеч, либо с колен, либо просто подкидываешь и бросаешь ребенка, и он к тебе плывет, да, это тоже очень серьезное обучение вот плавания, потому что ребенок опять же погружается, у него идет тренировка дыхания, и он к тебе подплывает, причем ты находишься близко, ты же далеко его не бросишь, на уровне руки, тянешь к нему руки, но говоришь, плыви, 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 что если что, ты можешь его схватить к себе, подтянуть, а если он сам подплыл, будет радости невероятной, при этом, когда вы вот так вот бросаете ребенка, вот, особенно папа не любит это делать, вот у мам иногда сердце сжимается, когда папа это делает, пусть папа бросает, переживите немножко, потому что ничего в этом страшного нету, а идет именно обучение, что они расслаблены в этот момент, плавают под водой, тренируют дыхание, поэтому подбрасывайте, 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 пусть ребенок балахтается, и он у вас тогда обязательно быстро поплывет. И тогда он у вас обязательно быстро поплывет. И напоследок скажу про осторожность. Из-за того, что ребенок плавать умеет, есть очень большой недостаток, и родители иногда расслабляются, что ребенок умеет плавать, и пусть и плавает, он же умеет, а на самом деле дети могут отплывать дальше зоны своего вот, плавания, дальше зоны того, где они могут вернуться обратно, потому что все-таки вот небольшое дно, где они, то есть плавать должны там, где чувствовать ногами дно, если что-то, что вернулся и так далее. И у нас была ситуация, волной утащила матрас, и ребенок помчался за матрасом. И причем он в какой-то момент понял, что он не может туда плыть, и начал кричать. Он не начал там тонуть, а начал кричать «матрас, матрас!». Мы подумали, что он там буквально тонет, прыгнули за ним, вытащили его, все нормально. Но он действительно просто кричал, что матрас уплывает. Но и его могло унести. Хорошо, что вот так вот обошлось. Поэтому вот умение плавать, оно не всегда спасает таких детей. Дети у них иногда... не срабатывает механизм вот, самозащиты, что не нужно плавать, и поэтому следите за детьми, вот, хотя даже когда следишь, все время окажется ситуация, что ты отвернулся в неудобный момент, это вот всякие ситуации бывают. Но вот дети, которые научатся плавать, за ними нужен глаз да глаз, и нужно, вот я сколько раз наблюдаю, когда мамы так спокойно лежат на пляже, если ребенок в воде, и вы должны быть в воде, и вот на протяжении руки вы должны находиться, чтобы если что, ребенок
ребенка, значит, идем. Это Таня Матани на канале «Я в детстве». Надеюсь, все мои рекомендации будут вам полезны. Учите плавать. Сейчас осень, бассейн, летом речки, море. Любая лужица подойдет. Ставьте бассейн у себя в доме, на даче, везде. И учите, потому что плавание – это очень важный навык человеческий. Мне кажется, вот каждый человек должен уметь плавать, должен уметь кататься на велосипеде, кататься на лыжах. Но без этого вообще вот какой-то здоровый образ нормальной жизни, он просто невозможен. Это Таня Матани на канале «Эх детства». Оставайтесь со мной, будем разбираться в сложном нашем «Эх детства».